марка такая, де ла одежда и де ла часи, называется Джордж Армани. А у меня у каждого один такая имя. Например, у меня тоже Луис, это на Луис Виттон. Вот так, я люблю именно такая, европейское имя. Сейчас господин Армани, он читается у меня как во второй класс. Сейчас мы приглашаем ему на манеж и буду показать вам, как начинается репетировать из хищника. Потому что любой, кто хочет стать дрессировщик, можно, и легко, и не сложно. Просто надо терпение, надо опыт, надо много читать, надо не вредничать, надо слышать старших постоянно. Понятно? Да! Нормально! Они отличаются чуть-чуть по-другому.